Друзья, легендарное уничтожение возвращается. В этой коробке лежит задание. Подсрачник. Ну, скорее всего, блядь, перелом копчика. Бойся, терпи! Я могу это сделать! Поехали! Друзья, легендарное уничтожение возвращается. Дружище! Ты готов? Кстати говоря, ребятушка. Вы подумали, что перед вами Николай Басков. Ты в моем сердце. Что это? Расскажи. Есть две коробки. Легендарное уничтожение возвращается. Подписчики просили, где уничтожение? Вы знаете, что, грубо говоря, наш канал поднялся за счет рубрики уничтожения блогеров. Давай, мужик, давай, давай, пейте, пейте, пейте. Да, бля, нет. В этой коробке лежат задания. Верно, дружище, и здесь все те самые задания, с которыми справились блогеры. Но самое, что ужасное, мы, наверное, сейчас возьмем две коробочки и покажем тебе человека, который будет совершать наказание. Что за хрень? Ёбушки, воробушки. Брат, я тебе говорю, сегодня мы крайне постарались. Подпишись на мой канал, погнали. Мне просто хочется увидеть, как этот человек писал. Слышишь, брат? Я понял, давайте не будем заходить. Все очень просто, знакомьтесь, пожалуйста. Расскажи, пожалуйста, Кристина, чем ты занимаешься? Я занимаюсь тайским боксом и смешанными единоборствами. Выступаю, тренирую девчонок. Если ты не справляешься с заданием, которым справился она блогер. Она пробивает. Брат, она, ну ты вытягиваешь, и она пробивает туда, что ты вытянул. Меня спасает только одно, на самом деле. Тебя тут ничего не спасает. Я не знаю силу удара, но... Мне приятно, что это будет красивая девушка. Помните, я никаким образом не связан со спортом. Опять оправдание. Да, я не скажу. Вы понимаете, столько нытья. Он себе уже азот в глаза закачивал. Многие женщины, вы, может, видели, да, которые едут за рулем Каена, выглядят очень похоже на меня. Спорт – это для людей с огромной силой воли. А я всего лишь человек, который делает... Все мои подписчики с огромной силой воли. Лучше и не скажешь. Давай первое задание. Ты прочитай, от кого оно. Задание. Поднять на бицепс 40 килограмм 14 раз. От кого хоть? От Юлика. Юлик очень сильный блогер. 40 килограммов на гриф. Мы тебе можем сделать... Да, это просто меня, короче, шло басать, да? Есть! Ты понял это, брат! Брат, это дел... Все блогеры! Ребята, это Юлик сделал, и он просто делает... Как реакции, да, это нынче называется? Реакции на девушку 16, там, беременна в 16. Ну я не хочу уже играть. Давай коктейль. Я уверен, что экстрим-блогер должен повторить. Наказание, если ты не сделаешь, что у тебя будет? От Юстины, какой у тебя удар будет? Посмотри, посмотри, как она довольная сидит. А я понимаю, я просто, ребят, открываю все, а там Юстина везде бьет с разворота мне по лицу ногой, да? Удар по ногам. Лоу-кик, да, наверное, будет? Блин, слушай, я смотрю на тебя, может быть, ты просто палкой будешь бить. Я спокоен. 40 килограмм, я не представляю, это как что? Как две баклахи из-под кулера, 14 раз. Звучит для меня довольно тяжело. Я приложу максимальные усилия, но благодарен Лехе за то, что он недоволен моей формой, делает все для того, чтобы я стал сильней. Четырнадцать раз, брат! 14 всего! 14! Пошел! 1! 13 осталось! Слушай, он может! 3! Отлично! Делай! Делай, габар! 4! Давай, брат! 5! 8! Пошли, если ты ну просто так, что ли, позвали? Я не понял. Сделай. 10! Не сделал! Да сделай! 4 раза осталось! Ты чего? 11. Назад сильно отклоняться нельзя. Не засчитает, захейтит в комментариях. 2 раза осталось. 13, 2 раза. Братан, 2 раза осталось. Да пускай ты. Юстин расстроена. Братан, давай. 2 раза всего. Ты... Блин, как ты громко, братан. Рука отдыхай. Сука! Нет, я не верю в это. Давай, брат, ну. Ты сдался? Ты похлопал? Да. Я не сдался, я... Предпочел удар, да? Примерься. Нет.
Напрячь на меня? Да, и на меня сюда чуть-чуть. Ты же нежная мать. Посмотри, как она красивая еще при этом все. Ага, и давай бахай, надо зарядить. Это перебив. Это перебив. Бахай. Я потом не сделаю другое задание. Перебив, брат, это не удар. Бля, я знаю, знаешь, что надо делать? Да. Ну да, вот так. Как вот там? Давай, все, бей его, нормально. Вот это нормально. Не, ну ты упал слишком, но вот это было хорошо. Вот, вот теперь пятюнечку, молодец. Красиво. Не сильно ударил. Не сильно? Нормально. А я помню вот это закапывание, как он говорит, ну ты же мужик, терпи, терпи. Окей. Брат, терпи. Ладно. Задание, брат. Читаем от кого сначала. От кого задание? От Коли Соболева сделать за один подход 39 отжиманий. Сейчас я отожмусь, ребята там скажут. А мы отжимаем все больше. А, наказание, да. Куда будут бить, если ты не сделаешь? Куда прекрасно нашу Юстину? Я думаю, без разницы, куда будет. Брат, я хочу там очень... Судя по всему, Юстина сегодня нанесет много ударов. Подсрачник. Это просто, знаете что? Это, скорее всего, блядь, перелом копчика. Там нет задницы. Самое главное, ребята, помните, никогда не бойтесь проигрывать. Подожди, ты же начал, что ли? Два, три, ну нормально. Четыре, ниже. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 24, 25, 26, терпеть, 27, не ори. 28, 29, чувак, еще 10, пожалуйста. Я ненавижу вас, должники. Еще 10, 30. Блядь, ну пускай меня обоссут в комментариях. Никакого, блядь, плюса нет во всем этом. Я, блядь, не сделал. Меня все обоссут в комментариях. Одна ты моя радость. Так давай я сразу тебя буду бить, зачем ты отжимаешься? Не сломай копчик, иначе ты закончишь мою карьеру. Да, там может зацепить, поверь. Юстина может зацепить. Бля, там жопы нет. Брат, где ягодицы потерял? Наклонись чутка. Наклонись, давай, ты смелее, брат. Мне кучу раз так били. Бля, это лучший ролик, поставь Габару лайк. Ты что делаешь? Бля! Сука, мне страшно! Все, давай, давай. Подожди, я не понимаю, почему она, кажется, кого-то не так сильно бьет, как мне. А подожди, она мне сильнее била вот со стороны? Да? Там прыжко. Судьи, пережопа? Пережопа. Это ваш канал, конечно, пережопа. Ты ударила, я замер, и вот так кровь по ноге потекла. Вот так, нормально. Вот здесь нормально. Ну вот теперь нормально вроде бы. А ты мне просто раз мякушкой это ударила. Мякушкой. Ну да. Смотри, какой красивый у нее педикюр. Она готовилась, блин. Ой, специально для тебя. Специально для тебя. Она не знала меня 5 минут назад. Так. Ну от кого? Я читаю от Елены Малышевой. От Маши Маевой. Машенька Маева сделает упражнение, тут не дописали. Забраться, ага, на зубах. Не, забраться не. По канату за 42 секунды. Три что раза, мы там не написали? Три раза. Блядь. 42 секунды, три раза. Я еще раз говорю, как написано, так я и делаю. Три раза. Это плохая подготовка к ролику. Три раза. Я делаю то, что написано здесь. Хорошо, за 42 секунды должен забраться на канату. Я даже этого могу не сделать, но мне нужно как-то поторговаться. О. Слушай, может быть, ты мне накачаешь жопу. Возможно, у тебя получится 42 секунды забраться по канату. Я понимаю, что если не залезу, будет вообще позорно, но опять же, я думаю, что мне без разницы.
Так, чувак, ну Маша Маева, это вообще... Блядь, хватит, ты понимаешь? Не отжимается, все, ты... Давай! Это Маша. Это работает вроде всех. Там все сработает, кроме тебя. Я так поднялся на гору. Мне нравится молчание. Ты там сдох. Ну давайте помолчим. Давайте помолчим. Все, готов? На счет три. Подход к тишине. Подход к тишине. Один, два, три. Черный, да, черный докоснуться. Это все? Ну что, да? 10 секунд. Ты не будешь пробовать еще два раза? Нет, конечно, даже не собираюсь. Ну вот. Мы открываем. Еще два. Еще два задания, брат. Я хочу домой. К маме, да? Пельмени. От батя. Выполнить 21. Ну, блядь, это невозможно. Вы батя, что, дурачки, блядь, что ли? Блядь, давайте позовем кого-то качка, который... Это батя! Он обижает батю, ребята. Нет, давайте он так. Обижает батю. 21 раз не сделает человек, который не занимается подтяганием. Вы можете вот не разводить меня. Это батя. Он пьет пиво. Ты че в Челябинске? Одно подтягивание больше, чем лёг стрелок. Наказание. Что же там у нас с тобой? Что же теперь? 21 раз, как думаешь, потянется? Ну, даже не буду пробовать. Я 7 раз. Ёпту! Лещ. Леща. Она тебе даст леща. Лещ ногой, давай. Первый раз. Твой первый раз будет? Да, никогда не била мужчин по лицу. Все снимается сейчас? Да. А я никогда, блядь, не сдаюсь. Чувак, подожди, стой, стой, с другой стороны, с другой стороны там голова. Да, это невозможно. Братан, тебе надо сделать сколько-то, ну 10. Да я не смог. Один? Я разрушил твой фармер-шоу, да? Он просто, он один раз притянулся. Ну 10 хотя бы. Вы сейчас что хотите добиться себе? Хочу 10 хотя бы. Нет, не будет. У нас была конструктивная критика от комментатора. Нужно уничтожение и страдание. Да, мы тебя не уничтожаем. Вот такой формат, да? Конструктивная критика. Ребята, принимайте меня таким, какой я есть. Ладно. И кстати, вы видели, что я сделал, да? Один. Обязательно переходите ко мне на канал. Так, а подписывайтесь. И мотивируйте меня на спорт, да? И мотивируйте меня на спорт, да. Можешь леща бахнуть сильного? Это без гематом. Чувак, лучше бы ты подтянулся. Это был вот этот... Первый раз удался. Проверь, пожалуйста, ладонь, там нет соплей. Сейчас, водичка. Ты как считай, больно было? Мне кажется, да. Вот сейчас задание достаточно простое. Мы верим, что ты сделаешь счет 3-2. Умеешь нагнетать так перед компанией, которую слово. Я не сделаю, да? Нет, чувак, честное слово. От Room Factory. От Room Factory. Сделать отведение на ягодицах 100 раз. 100 раз, блядь, уже какая-то цифра, вы чё? Позвали какую-то бабу, которая качает себе жопу, наверное. Чувак, она новичок, пожалуйста. Она новичок. Сделай, ладно, все, сейчас посмотрим. Я даже не знаю, сделать отведение на ягодице 100 раз за один подход. Кто? Молодец, красота. Я не знаю, что это такое. Наказание. Отведение на ягодице. Мы как раз жопу качаем. Смотри, ягодицы, наконец. Блять, лещ. Можно еще сильнее? Тебе же понравилось. Я сказал, не скажу, что мне понравилось, я сказал из всех твоих ударов, которые ты мне нанесла. Я выбрал бы леща. Или, может быть, по задницу выбрал бы. Не, ничего ты не выбрал, брат, лещ. Не, я почему бы выбрал, потому что я боюсь, что ты можешь сделать удачно опасть, и у меня гематом будет. А я, блядь, человек нежный. Не будет, я умею. А, да? Такая, я мужчинка, а не била. Я умею бить, так? Мой, блядь, нормально ходит, не выебывается. Пошел, 100 раз. Один, два, три, не бросай. 31, 32, 37, 38, 39, ну, короче, довольно легко 40, 41, 42, 43, 44, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, терпи, 61, о, Леша, проснулся, 1, 2, 3, 60, давай, брат, ну все болеем, 65, ну 35, 1, 2, блядь, ноги как будто чужие уже, давай, 4, с ручками одной, блядь, 6, 7, 8, терпи, я могу это сделать, здесь сейчас склейка, дайте мне 30 минут отдохнуть, 71 раз, хочу высказать свое отношение к спорту вообще в общем и к спортсменам, вы молодцы, ребят, я искренне желаю примкнуть к вашему дружному братству. Но мне не хватает силы воли. Поэтому встаем. Лечь. Встаем и лечь.
Братик, ну ты как вообще? Я, самое главное, это веселая, позитивная обстановка. Да? Это сейчас лечь. Да, а что делать? Мы сделали это. Все нормально, все нормально. Ну что, друзья, этот выпуск подходит к концу. Огромно подошел. Особо благодарность выражаю Юстину, друзья. Ссылка на нее в описании. На Габара не подписывайтесь, потому что Габар сегодня сдавался, получал максимально. Счет 4-1 в пользу Юстину. Брат, скажи, ну, что она молодец, я могу сказать так. Но могу сказать, что без подготовки ничего не бывает. Я, в принципе, знал, куда я иду, не знал, какие будут наказания. Вполне возможно, если мне сказали, что мне откровенно будет пиздить женщина, девушка. Спасибо огромное, кто за меня болел. Я надеюсь, вас не разочаровал, потому что дальше уже некуда. Хочу сказать вам спасибо. Подписывайтесь на канал, потому что мы должны выиграть Габара. Сами понимаете, тут тотальное поражение идет. Пойдешь по канату. Пойдешь ты по канату. Спасибо, ребят, всем, кто меня поддерживает. Ссылки в описании.